процесс перевода предприятия к цифровому формату можно выделить три шага. Это оцифровка, цифровизация и такой финальный, наиболее такой известный шаг – это цифровая трансформация. Что из себя представляет оцифровка? Ну, собственно говоря, это перевод данных в цифровой формат, ну, в частности, формат баз данных. Дальше этап цифровизации приводит к тому, что вы разрабатываете программные продукты, которые берут информацию такую оцифрованную и их преобразуют. Здесь говорить о какой-то кардинально новом подходе к управлению, организации процесса не приходится. Здесь фактически мы с вами используем то, что было ранее оцифровано. И вот наиболее таким важным и критичным является последний шаг, шаг цифровой трансформации. Он говорит о том, что компания должна, собственно говоря, как результат оказываемых услуг, должна предложить клиенту совершенно новый, кардинально отличный продукт.